Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. Утром 7 января пески Сахары преобразились, покрывшись белоснежным покрывалом. У алжирского города Айн-Сефра выпало до 40 сантиметров осадков. Порадовав местную детвору, снег начал таять к вечеру, когда температура воздуха поднялась до плюс 5 градусов по Цельсию. В последние годы снег в Сахаре не редкость. Последний снегопад здесь шел зимой 2016-2017 годов. Небольшое количество снега выпадало в 2012 и 2005 годах. До этого жители Сахары видели снег в далеком 1979 году. Мы уже становимся свидетелями глобальных изменений климата на планете. И сейчас каждый человек играет решительную роль в судьбе всей цивилизации. И каждый может сделать многое, лишь распахнув свое сердце любви и добру. Как говорится в книге Анастасии Новых «АЛЛАТРА», в этом ничего сложного нет. Надо просто, чтобы человек понял свою истинную, духовную суть. Тогда он сможет внести реальные изменения в жизнь общества, пробудить окружающих его людей. В этом отношении даже один человек в поле – воин, и может сделать много полезного. Ведь в своей жизни каждый имеет много ролей, которые дают ему общение с разными людьми. А значит, изменения он может внести везде, как на работе, так и дома, как среди знакомых, так и незнакомых ему людей, независимо от их национального, социального статусов и вероисповедания. У всех этих личностей на самом деле много общего. Все мы люди, все одинаково страдаем от проявлений животного начала, одинаково радуемся истинно духовным проявлениям, ибо все мы тут, в материальном мире, временно, в гостях.